Уважаемые друзья, мы члены оргкомитета, а также участники инициативной группы по созданию оппозиционной политической партии «Ак Казахстан» 9 ноября этого года уже шестой раз подадим Министерству юстиции уведомление о регистрации нашей партии. Приглашаем всех участников инициативной группы поддержать нас в этот день. Мы понимаем, что не у всех есть возможность присоединиться к нам в Ахмале. Но есть возможность сделать это, собравшись у 9 ноября, также в 11 часов, у департаментов юстиции в своих областных центрах. И снять видео-челлендж «Быстрымыс, мы живые». Цель создания нашей партии – улучшить благосостояние граждан Казахстана и построить демократическое общество. Наши программы включают существенное увеличение размера зарплат, пенсий и пособий, списание всех потребительских кредитов, а также списание ипотечных займов на сумму до 30 миллионов тенге, бесплатное качественное государственное здравоохранение и образование. Мы сейчас стоим перед новым периодом. Какой он будет, во многом зависит от нас, от нашей активности. Уважаемые друзья, партия «Ак Казахстан» – это единственная оппозиционная сила, которая может принести изменения в стране. Мы уже публикуем проекты своих экономических и политических программ. И как вы видите, мы не собираемся лоббировать интересы олигархата. Партия «Ак Казахстан» будет лоббировать интересы народа Казахстана, будет заниматься законотворчеством, в результате которого все богатство Казахстана будет направлено на улучшение благосостояния населения Казахстана, а также укрепление имиджа Казахстана на мировой арене. И поэтому у нас нет богатых спонсоров. Единственным источником финансирования являетесь вы, народ Казахстана. Дорожные расходы, проживание, все это упирается в деньги. Поэтому мы призываем всех наших сторонников и неравнодушных граждан поддержать нас и нашу создаваемую оппозиционную партию «Ак Казахстан». Чтобы реализовать поставленные цели, призываем вас присоединяться к нам через Telegram-бот или WhatsApp-номер, а также финансировать работу партии через сбор средств осуществляется на счет Жасарал Куанышалин. Вместе мы обязательно добьемся регистрации нашей партии и построим богатую и процветающую страну. Алга, Казахстан!